Ладно, всем привет, сегодня будем смотреть постройки Костяна и твоего друга, Курам. С чего будем начинать? Это, кстати, сперва, найди пасхалочку. Кстати, это игра вот, с кубиком. Это наверное, Никол, вот это нефть, это как бы нефть, это Никол, это нефть. Так, первая игра, это игра с кубиком, получается. Ну, наверное, все в нее играли. Да. Получается, вот, суть в том, что мы человечки... Бери пирожок и приклеивай к себе рычажок. Ну ладно, сейчас возьмем. Так, получается, вот, тут... Мы по ним будем прыгать в то количество раз, сколько нам покажет кубик. И некоторые бойки... И еще Лев выиграл 4 раза подряд, а я ни разу. Так что меня немножко бесит эта игра уже. Ну ладно. Так, сейчас я тогда одеваю. А зачем? Я взял пирожок и одел рычажок. Так, молодец. Я перфекционист. Погнали. Так, уи, я умею. Ой, а что с ним? Так, идем на самое начало. Так, все становимся сюда, да? Вот, теперь, если я нажму на кнопку, то кубик остановится, да? Так, ладно, начинаю играть. Нажимаю на кнопку, он крутится еще раз, и все. Теперь нажимай кнопку. Нет, зеленый, у меня дополнительный ход. А, мне надо идти вперед. Так, что мне выпало? 4 или 2? Пусть будет 4. Раз, 2, 3, 4. Кто второй? Курама 228. Тебе 2. Раз, 2. Все. Теперь ты. Теперь я. Кажется, я в самом впереди. Так, 3. 3. Ты обгоняешь своего друга, но не догоняешь меня. 2, 3. Я что-то не понял, как ты столько сходил. Клеточка. 2 или 6? Ну, может, 6 будем считать? Ну, да, это 2. Раз, 2, твой голову. 3, 4, 5, 6. Давай ты. Так, сейчас Курама идет. Давай. Раз, 2, 3. Сам сзади. Давай, ходи. Ой, у тебя какой-то фиолетовый. Я предлагаю со мной. Типа. Не повезло, не повезло. А, вы друг с другом поменялись из-за того, что выпало. О, 6! Это... Раз, 2, 3, 5. На красный. У нас 2 хода нету. Так. Мои 2 ходика. А что такое красное? А, тут еще разного цвета. Так, сейчас я, наверное, дохожу, да? У меня 3. Раз, 2, 3. А что означает фиолетовый? Ты с кем-то из нас, должен поменяться. О нет, давай я лучше с тобой. Кем? Ладно, ты окажешься впереди. Да. Давай, бедный ходи. Курама 228. Грусть. У тебя 5. О-о-о, он уже не грустит. Он уже по моей голове попаркурил. Давай, ходи. Я? А, у тебя ходы заблокированы. У тебя же ходы заблокированы. А, нет, получается, у меня же ходы заблокированы. Ну, я и говорю. Сейчас я. О, 4. Раз, на одного, на второго, 3, 4. Опять меняться. А вот тут по головам подписчика, это у тебя в креветах, понимаешь? Не понял. Сейчас кто? Так, я меняюсь с кем-то, давай с Курамой. Чтоб тебе обидно не было, иди вперед. А тут фиолетовый блок. Кто сейчас? А, сейчас опять Курама. И 4, иди вперед. 4. Так, теперь я. Оп. Оу, 6. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь ты можешь наконец-то ходить, потому что. Ну теперь это я. Да, ходи. Зеленый. Стоп. Стоп, стоп. Заново ходи. Да. Ну что я не буду останавливать. Нет, посмотри, как это крутится. Так. Ну, 5. Давай. Да. Ну нет, ты добежишь до меня. Раз, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Привет. Привет. Так, теперь кто ходит? Курама, ходи. И, фиолетовый. Меняйся с кем-то. С кем меняешься-то? Нас тут двое. С кем? Кажись, он с тобой меняется. Иди. Я сам задес. Иди. Так, сейчас я хожу я. Нет, ты иди вперед, кедов. Так, и мне выпало 2. Раз, 2. Это что такое? А, мне кажется, надо... О, ты вперед тэпаешь. Ой. Ну, вперед, короче, должен. Короче, этот баг все-таки не исправил, да? Короче, я стал тут, и мне теперь надо пробежать сюда, потому что я телепортировал. Давай. Ченька, милая. Так, кто сейчас? Я. Ну да. Я. Лев, может оставишь эту карту в покое? Остановите. Так, так, так. Опять у тебя фиолетовый. Меняйся с кем-то. О нет, надо со мной. Блин. Ухо жалко, а тебя так мне невыгодно это. Ну ладно, давай со мной меняйся. Давай, короче, меняешься со мной. Ладно. Нечего было тебе делать. Теперь хожу я, наверное, да? А, нечего, Курама ходит. Давай, однёечку, давай, однёечку. Давай, однёечку. Давай. 5 у тебя, давай, беги вперед, иди. Ау. 1, 2, 3, 4, 5. Так, а теперь я. Бутс, у меня тоже 5. 1, 2, 3, 4, 5. О, привет. Давай, теперь ты ходи. Я уже схожу, да. Ага. Останови. Смотрите, какой красивый барабан. Он крутится и гипнотизирует тебя. Давай. Это чувствуешь. Фиолетовый, меняйся с кем-то. Один. Со мной не надо. Меняться с кем-то? Да. Давай с ним. А с тобой какая разница будет? Ну, давай тогда сам. Ну, ладно, теперь снова Курама ходит. Давай, ходи. Все. Ну, очень прикольная игра, то, что тут надо по ходам ходить. Все. Лев, я тебя заставлю построить со мной еще одну такую похожую игру. 6. Курама, иди. Все. Он нас обгоняет. Он тебя 4 раза подряд выиграл, да? Мне кажется, он сейчас нас тоже выиграет. Так, что-то там у меня 5. Это мы победим тогда. 3, 4, 5. Все, я рядом с ним. Давай, теперь ты ходи. У тебя
тебя сколько? 4, давай. Фиолетовая? 4, нет, у тебя 4. 1, 2, 4. Так, теперь Курама 228. Если кто дойдет до конца, эту печеньковую ленточку можно прям сразу долбануть в воду. 2. В смысле, как долбануть в воду? С двоечки, давай, двоечку, с двоечки. Давай, иди, вперед. А что означает желтое? Вернуться на старт. О, нет, у меня 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. О, в самом впереди. Ходи. Так. Фух. 6. Нет, у тебя желтый. А, зеленый, то есть. Я же смотрю под на другое. 4, 5, 6. Нет, смотри, в эту же сторону получается. Так, оба. Получается, у тебя красный. У меня обломяк. Иди. А что с красным делать надо? У меня 2 хода. А, у тебя 2 хода недоступны. Ты точно не победишь. Теперь Курама ходит. У Курама 3. Давай. Боша, помоги мне. Боша, сними мне настроение. Стоп, куда это он так пробежал? У него 3 хода, он так пробежал. Так, ты был вот тут. О, все, раз, два, три. Нет, делать? Сюда, сюда. Ты не выбываешь еще. Че так рано проигрываем? У меня 1, но нет. Что означает зеленое? Ну. Бонусный ход? Да. Так, у меня бонусный ход, и у меня 5. 1, 2, 3. О, я выиграл. Смотри, что надо сделать. Что? Смотри. Ого, эпично было. Джон Сина, смотри, ищи пасхалочку. Мысли теперь. Купа. Пасхалочка. Я точно знаю, что что-то в этом тортике прятался. Как ты понял? Я, если честно, просто подумал. Я такой думаю, а может что-то в этом пирожном. Я ужасный строитель. Это мороженое. А. Ну ладно, а это же... А это тоже можно так сбросить. Ча. Опа, оно так не работает. Ну вот эти игры очень часто вроде бы бывают, и, наверное, все их знают, где надо ходить по ходам. Я тоже такую играл, тоже строил. И там... Тоже строил? Нет, я ее рисовал. Ну, в эту игру вроде бы все играли, и я не видел, чтобы ее кто-то бил тобой еще. И кубик тоже прикольный. Ладно, расфиксируй, я хочу ударить, как это ты там ударил. Что я вырубил? А, ну еще один был. О, очень эпично было эту штуку сбрасывать. Джон Сина. Ну как-то я сам упал вроде. Ну ладно, пошли. На карте самой есть огромная печенька, которая готова раздавить любого. Также мороженое, которое похоже на пирожное. А внутри него зэк, который улыбается. Также тут есть чупа-чуп, шоколадка, похожая на пупыт. И водичка черная. Нефть. Это нефть. Это нефть. Ладно. Это должна быть кола. И также есть кнопочки, чтобы вращать этот куб. Ладно, загружай тогда вон ту игру с зэгом. Большим зэгом. Вот этот зэг, который прям все мороженое. Может зэга напоследок оставить? Не, оно должно быть сейчас. Ну ладно. Так. Ух. Тот зэг, который остаточно спрятался в мороженое, решил вернуться. Так, ой, я буду твоим сопроводником. В смысле, не проводник? Я захожу в портал, что тут? Это машина. Должен был скейт, я его построил. Но скейт я строить не умею, так что лучше им не пользоваться, сэр. Ой, это... Ладно. Мастер здесь гейт. Давай, чел, гейт. О, вот, короче, пушка. Сбивай мишени. Вот, надо тыковки ломать. Садись в пушку и ломай мишени. Бум. А, это ПВП-эндо врубить, ПВП-эндо врубить. Включаю, сам включай. В меня главное не стреляй, плиз. Постараюсь. Скорее всего не попаду, а может попаду. Так, короче, я сбил какие-то мишени. Ух, 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 ух. Смотри, смотри. Подойди к этому чистоколу. Вот это, к этому. Ой, блин. И встань, 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 встань. И подойди к этому чистоколу. Тут, короче, есть такие типа деревяшки острые. И некоторые тут даже можно бросать. Ну и тут есть самый крутой скейт в мире, который я не вижу. Это потому что я его построил. Так, тут опять пушки, зачем? Так что мне теперь делать? Я прошу. Не надо меня, дядя. Ух, я твой сопроводник, смотри. Ой, зачем они появляются? Тыковки ломай, тыковки. А вот эти фонарики, не стреляй в сами фонарики. В сами фонарики не стреляй, потому что они взорвутся. Если они взорвутся, то будет очень плохо. Стреляй по палочке. Так, ты хочешь, чтобы я не стрелял в фонарик, который взорвется? Это фонарик, и в него лучше как делать. Где взрыв? О нет, еще один фонарик. Да не надо по ним стрелять именно. Надо по палочкам, вот так, да. А, я понял. Нет, мне нужно... короче, без разницы. Что это за монстры, которые нападают на меня? Это, ой, привет. Не надо их убивать. Это мои враги, мне надо. Ой, а это еще кто такой? Это Dead Inside. Получи в лицо. Не, это что за босс? Мне от него надо убегать. Ему надо зака сломать. Самого зака внутри сломать. Выдвигай дополнительные пушки, потому что так... Огонь! Ой. Надо именно самого зака внутри уничтожить. Нет, что... тут получается такая... Подождите. Можно я посмотрю, а потом можно я хоть что делать. Тут получается сам зэк маленький в огромном костюме суперсильного робота зэга. Нравится? Нравится? Ага, очень крутой костюм. Так, мне надо его убить. Дышь, эх, жалко тебя, зэк. Надо уничтожить самого зэка внутри. Понятно? А. И попробуй это сделать. А как? А я 1 000 000 слоев невидимых поставил. Мне кажется, легче ему руки отбить, как я сейчас делаю.
Но это надо самого внутри зэка, а то ничего не будет. Я его уже уничтожил. Ну, ладно. Нет, надо внутри именно зэка. Давай, что-то многовато. У тебя все получится, давай, я в тебя верю. А тут возможно, тем... тут возможно, поверь. Поверь, здесь возможно. У меня снарядов не хватает. Я уже уничтожал его, это возможно. Пытаюсь. О! О-о-о! Все, да, я молодец. Уничтожил его. Все, ты молодец. Теперь ты молодец. Правда, ты облысел. А это все из-за твоего друга. И меня ждет сокровище. А так. Сокровище, иными словами, это смерть. Так, можешь заново заменить? Ты увидишь. Давай сейчас попробую эпично все это быстро пройти. Эпик. Эпик гоняю на этом квадратном машине. Это скейт. Как же быстро. Вообще топчик. Это BMX, понимаешь? BMX, это BMW. А мне нужна пушка. Пушки нету. А тут тыквы готовятся меня съесть. Стой, убери-ка тыкву. Это злые тыквы. Они меня перевернули. Они существуют. Ну ладно, я ставлю пушку, мне их нужно всех под... Получи тыква. Так, бам. Смотри. Бам-бам. Что? О, так. Откуда она тут взялась? Там зачем был лайк уничтожил? Там был лайк. Все срочно ставим лайки, чтобы он смог сюда вернуться. То я нечаянно в него попал. Кликбейт. Это не кликбейт, это правда вообще. Нужно срочно ты набрать знаешь, много лайков лайки на лечение красным. Того. Нужно срочно набрать много лайков на лечение того крутого лайка. Я как покажу, странно вообще дело. Было тут что. Я прохожу дальше, и тут меня встречает... Ух, этот скейт демон вселился. Не этот скейт реально демон вселился. В смысле? Посмотри на этот скейт, он живой. Кто живой? Ладно. Где? Я на все скейт. Стороны смотрю. Смотри в скейт, на скейт, живой. Вернись как сначала. Этот скейт двигается без владельца? Плохой скейт, остановись. Монстр скейт, тебя нужно уничтожить. Все, я его разбомбил. Ого. Молодец. Мне нужно уничтожить Парыщик. Эти лампы, не касаясь их. Ой. Также убить этих кукол. А, пули кончились. Что из этого скит? Ура, я уничтожил всех своих врагов. И теперь иду дальше. Ой, привет, кто надо? Привет, Зек. Есть компания. О нет, он бьет меня своими руками. Мне нужно бежать отсюда. Вот он, у него раздвоение личности. Пора ему. Так, мне нужно его уничтожить. Огонь. Ему не больно, что? Какой-то динамит взорвался. А почему он меня не атакует? Стоите, смотрите, как я в него стреляю. Идея прикольная, можно было бы еще добавить, чтобы он типа за нами бегал, пытался нас съесть. Не, ну игра была классная, и ну то, что там какие-то тыковки появились. Вот этот костюм Зэга мне очень понравился, сам костюм. Идея костюма, что Зэг в большом Зэге. Ух, лайк вернулся. О, мы набрали нужное количество лайков. Хотя, если будет еще больше, то этих там будет станет еще больше.